что же, впереди выступление лидеров. Вероника Жилина и Дарья Садкова еще не показывали нам свои произвольные программы. «Танго Роксаны» продемонстрирует Вероника, очень уверенно выглядевшая в короткой программе и впечатывавшая один четверной за другим перед произвольной в рамках раскатки. Вероника Жилина из Академии Евгения Плющенко. Тулуп с двойным тулупом сделано. Еще один четверной от Вероники Жилиной. Четверной тулуп. Да, все-таки отказались от тройного акселя. Вероника вместе со своими тренерами. И вот сейчас трибун несется молодец, молодец, потому что как минимум с двумя четверными прыжками она справилась очень уверенно. Да, четверной сальхо в самом начале программы вышел не идеальным, но два четверных тулупа, первый в каскаде с двойным тулупом, произвели очень мощное впечатление. При этом второй четверной тулуп Вероника исполнила во второй части программы. Потом туда же присовокупила еще комбинацию из тройного луца и двух двойных акселей. Там же были и тройной луц, тройной тулуп. То есть оценка за технику сейчас потрясающе высока.
Ну и воля к победе тоже у Вероники фантастическая. Давайте смотреть. Четверной сальхов. Ну, тут очень сложно было выехать. Не докрутила немножко Вероника. Боролась, обошлась без падения. Но зато четверной тулуп впечатала не хуже, чем на раскатке. Двойной тулуп не забыла. Каскад, все здорово. Дальше пошла по сольным прыжкам тройной Ридбергер. Был еще тройной флип. Смотрите, как внимательно наблюдает Евгений Плющенко. И вот второй четверной тулуп. И тоже очень уверенно. Да, Вероника боец. Все вращения четвертого уровня. Сейчас получит очень высокую оценку эта спортсменка. Единственное, на каскаде тройной лут, тройной тулуп, мне показалось, что был небольшой недокрут на втором прыжке. Лут нормально. Да, на тулупе, скорее всего, будет галочка. А вот, кстати, и она. Вот она есть. Галочка на тройном тулупе у Вероники Жилиной, но как бы то ни было, оценка в любом случае будет очень впечатляющей. Тренерская группа этой спортсменки, это помимо Евгения Плющенко, также Артем Значков и Людмила Алферова. Ну что же, два этапа Вероника выиграла и сейчас выходит на лидирующую позицию в финале Кубка Федерации. 150 баллов за произвольную программу и итоговая сумма 222,45. Она лидер.